Всем приветик, мои хорошие. Вот решила запечатлеть, какие цветочки у меня открылись. Еще не до конца, еще есть бутошки. Вот этот вот просто у меня любимчик, очень ароматный. Сейчас покажу, какой он красавец. Вот такие вот листья огромные. Вообще такой он слоник уже довольно впечатлительный. Так, я сейчас бирочку вытяну, кому интересно, кто это у нас. Заказывала я, по-моему, год назад, если не больше. Вот, и он постоянно меня радует вот такой вот. Вот такой красавец, постоянно доращивает цветоносики. Если цветонос усыхает, значит, следом лезут еще цветоносы. То есть такой вот он трудяжечка, и постоянно листики растит, и цветочки мне такие вот открывает замечательные. Но очень красивый, просто шикарный и ароматный, аромат такой цитруса с какими-то пряностями, очень-очень ярко выражен, даже на расстоянии чувствую вот такая вот губа. И вообще такой весь перламутровый, очень восковой. Такие тверденькие цветочки, прям пластик. Вот тоже огромный цветок. Это Метоа Сан, Метоа 1. Вот такой вот красавец тоже. Глянцевый. Такой вот тоже еще один бутончик не открылся. Дальше кто тут у нас? Это, дай бог памяти, Гудбой на Гигантею. Тоже вот такие замечательные цветочки. Лаковые. Аромата я не слышу абсолютно никакого от него, но ему он и не нужен. Очень красивый тоже. На три цветочка открылся в этот раз. В том году был, по-моему, или на 5, или на 6 цветочков. Ну, а зимнее цветение чуть-чуть скудноватое. Дальше. Тоже очень я люблю его. Это леопардик. Где-то здесь. Вирочка вот такая вот. LD Sun Dragon Red леопард. Очень тоже благородный, красивый такой рябушка. Тоже здесь бутошка еще. И вот продолжает дальше. Будет пышное цветение. Они очень долго цветут. Больше 3 месяцев он у меня цвел. Тоже постоянно продолжал доращивать бутошки и расцветал. Это релакс. Тоже вот такие вот, вот такая гроздь, и тоже он продолжает бутошечки надувать. Красавчик, просто красавчик. Очень такие. А вот он тоже очень ароматный, мне он пахнет малинкой. Такие вот красавчики. Это тоже релекс этот, но другая вариация. Тот какой, сейчас скажу, там по нумерации, вот Сога Релекс 1661, вот этот, который малинкой пахнет, малиновый, а этот, кстати, вообще без аромата, и у него вот такая вот бирочка 1671. С белой окантовочкой. Вот раскрываются еще бутошки. Такой интересненький. И также открылся. Тоже очень нравится. Но почему-то вот зимой поменьше цветочков. Но ничего. Такая потрясная губа. И вообще он такой весь веснушечный. Такой весь в крапочку. Такой красавчик. Это у нас вот такой вот Шлериана Настюартиана.
очень красивый. И еще один тоже не до конца еще раскрылся, но уже видно. Такой, в принципе, простенький. Это первое цветение у него. Не скажу, что он мне как-то впечатлил. Такой вот. Он не дешевый, далеко не дешевый, но вот как-то цветение такое не особо впечатляющее. Поэтому вот здесь вот так вот я их повесила, развесила, поставила. Но этот, конечно, обалденный, просто шикарный цветун. И такой вот он прям слоник красивый, очень красивый. И не могу не обратить внимания, хоть и снимаю его каждое видео, но просто я в восторге от него. Вот открылись еще два бутончика. Здесь вот если прям такие яркие-яркие уже цвета, насыщенные, вот уже губа такая прям ярко-оранжевая. Красавчик. Очень крупный. А здесь еще губа такая светло-оранжевая. Вчера буквально еще желтая она была, уже начинает проявляться более яркий такой цвет. И вот так вот. Конечно, если бы несколько цветоносов было, просто что-то нереальное было бы. Но и четырех цветочков тоже достаточно. Вот так вот он. Не маленький малыш, а такой уже большой слоник. Поэтому хочется больше от него цветоносов. Такой вот красавец. Ну, вроде бы бутончики еще на некоторых есть, буду постепенно показывать. Но из тех, что расцвели, вот и с вами поделилась, и для себя запечатлила на память, какие цветут красавцы. Всем спасибо и до новых встреч. Всем хорошего дня!